Первый вопрос тебе, Андрей. Как ты вот летом отдыхал хорошо, а как готовился к сезону? Летом в Барселону летал. Месси с Неймаром просматривали, но ребята не прошли отбор. А так готовились, сыграли 3 товарищеские игры. В принципе, все, что с Егором хотели посмотреть, посмотрели. Команда довольна. А, Егор, вот ты закончил, получается, работать в СФЛ. Как думаешь, это поможет тебе лучше играть в лиге? Ну, конечно, сконцентрируюсь больше на команде. Все, двигаемся к лучшему. Двигаемся. Новые высоты поднимаем. А расскажите, как произошло объединение ваших команд? Ну, на самом деле, еще в прошлом сезоне стали подумывать об этом. Но когда летом ушло и у меня несколько человек, и у него, то, в принципе, все стало ясно. В принципе, встретились с ним, поговорили, и все достаточно быстро решили. Все. Не, на самом деле, мы как бы подружились, можно сказать, блин. Еще весной, Лезгов-то одна семья, как горная одна семья, Лезгов-то тоже одна семья, сразу подружились. И так получилось, да, что у меня ушло много людей, у Андрея ушло много людей, и недолго думая, мы сразу сформировали новую команду. А вот твоя бывшая команда разделилась на две, получается, сейчас команда «Центр» заявилась тоже. Хотели с ним попасться вообще перед жеребьевкой? Ну, конечно, я бы не против был сыграть против своей бывшей команды, но ребята сказали, что они живут в МСГ, и им далеко ехать на север, поэтому они заявились на юг. Ну, может, в Кубке встретимся? Да, может, в Кубке попадем на них, было бы здорово. А вообще, с кем встречешь третий, ну, в вашем дивизионе? Мы с ними хотели сыграть еще в третьей лиге, но попали в разные дивизионы, и вот... Тут они последняя команда в нашем дивизионе. Последний вагон к нам запрыгнули. Будем ждать этой игры. Не, на самом деле, посмотрели жеребьевку. У нас есть новые команды, которые лично я даже не знаю, как работник СФЛ. Но я знаю такую команду, как Зайчата. Очень интересно, там есть знакомые некоторые. Да надо на все команды серьезно настраиваться. Тут СФЛ, любая команда, можешь любую обыграть. А как вы относитесь к командам вот с такими названиями, как «Слабые» или «Вежливые люди»? Но название не отражает всю суть команды, можно назваться как угодно, на самом деле ребята могут в порядке быть. Я говорю, настраиваться надо на всех одинаково серьезно. Ну да, я согласен с Андреем, будем настраиваться. Тренировки. А вообще, кого бы выделили из фаворитов вот второй лиги в этом году? Ну, мне трудно ответить, я больше половины команд вообще не знаю. А из тех, что на слуху не было, никаких? Ну, вот Shadows я знаю, ребята в порядке. Потом он Зайчата говорит, Егор хорошая команда. Я думаю, не нужно выделять какую-то определенную команду, нужно нравиться на все команды, да. И кто будет сильнее, тот и выиграет. Вот, например, команда «Заряд» покинула первую лигу, и ребята, наверное, настроены вернуться. Как считаете, смогут им они это сделать? Не знаю такой команды, вообще трудно сказать. Я с «Зарядом» не работал, я слышал эту команду, и, ну, если команда играла в первой лиге, значит, эта команда сильная, и, наверное, она может показать результат во второй лиге. Последний вопрос тогда. Каких Snow Kids нам ждать в этом сезоне? Ну, мы будем стараться показывать красивый, хороший футбол в каждой игре. Если это будет получаться, то и будет результат. Ну, я согласен с Андреем. Ну, главное тренироваться, настроен команды, чтобы все приезжали на игры. Все, будет результат, будет успех. Ребят, спасибо.